Мы насыпали кормим, а эти все хомяки прям забрались в одну. А мышка здесь сидит и смотрит. Сейчас бежит. Чувствую, она прыгнет на всех маленьких. Всей толпой они там сидят. Сейчас мышка такая унюхает опять. Нет, не надо. Все-все-все-все мордочки туда в кормушку залезли. А мама... Вот все эти хомяки. Да, все раз, четыре два, штучки. Три, а мама бегает. Только спинки видны. Мама уступила им место, чтобы они поели первыми. А в одном потом саванна. Да, если что-то останется. После того, как кушают, в кормушке остаются одни шкарлупки от семечек. Она даже не пытается, пытается туда залезть. Но места ей явно не хватает. Потом она решает пойти пока побегать по клетке. И частенько на нас смотреть. Ну, она думает, может, все-таки мы ей дадим что-то. Будем иметь совесть. Все, колесико и бегать. Держать форму. Так, вот, набил полные щечки. Первый наелся, самый первый. Нет. А, нет, еще мало наелся. Вот. Залез туда. Так, второй. Щечки набил. Угу. Все. Убежал. Все. Убежал. И мышка уже чует, что там освободилось место. Так, посмотрим, мышка сейчас залезет. Да, конечно, залезет. Мышка наша похудела. Худенькая стала. А мышонок стал жирным. Да, мышонок наш сидит так. Так, дети еще едят. Едят вовсю. Машка, что ты не идешь, когда. Так. Просто подошла в домик. Слушай, ну посмотри, третий где спрятался. Какой третий? У них здесь четвертый, вернее, их, то есть только три. Я вижу вот один, два, три, четыре. Четыре, а четвертый где? Да вот же он. Вот он. Все, наелся. Сидит. А папа наш сидит здесь. И спокойненько себе так отдыхает. Вот мышка решила все-таки покушать что-то, и она что-то нашла, видимо, еще не все съели. А. И я-то думаю, отдаем ее что-нибудь. Мама, дай. Дай, мама. Дай, мама. Мы стали совсем большие, шустрые. И в колесико сейчас подлежит. Все. Добежал и побежал. Всем пока, и вы были на нашем канале Хомяк Инфо.